Здравствуйте, уважаемые друзья. Вернулась посылка. Блукала ровно месяц. Сейчас будем смотреть, что с ней. Маленькая предыстория. Отправлено 6 октября. Отправлено 6 октября. Человек заплатил. Человек ее... Пришла она 12-го. Да, по-моему? Да, 12 октября уже была в городе. В городе, который был направлен. Вот возврат, транспортная компания. Сейчас будем смотреть, что за месяц случилось. Человек проплатил. Ему звонили с транспортной компании, звонили мы, чтобы он забрал. Он не брал трубку. Просто не брал трубку. И теперь смотрим, что за месяц случилось с нашими саженцами. Тут скажу сразу, 5-летние и 3-летние саженцы. За месяц случилось, ну, пока что... Это 5-летка. Угу. Иголка вроде не осыпалась. Ком дубовый, я сразу говорю вам. Ком дубовый, очень дубовый. Это 5-летка. Ну, елка, иголка вроде сыпется как бы. Это 3-летка. Но это уже сухая почти. Вот она, иголка посыпалась. Не знаю, ком тоже дубовый. Ну, представь, сегодня 10 ноября. Я просто поражаюсь, люди платят свои деньги. Ну что ж, человек, посылка только была отправлена обратно, то есть возвратом, в 11 дня. И вечером человек со мной связался. И попросил, чтобы я ее вернул. Но я уже не смог, естественно, уже там просто технические возможности не позволяли этого сделать. Вернулась она вот. Он мне так и сказал, а что будем делать тогда, я же заплатил. Ну, я вернул ему деньги за посылку. Ну, а кто за вот это все вернет? Я не знаю. Ну, пусть остается на совести человека, я не знаю. Но это уже не жильцы. Может быть, конечно, сейчас чем-нибудь мы ее выходим, но навряд ли. 5-летка еще может быть живая. Но дело в том, что когда заказываете заказ, следите, пожалуйста, за ним. Вы же отдаете свои деньги. И наш труд. Вот это 3-летка. Я ее нянчил 3 года. 3 года. Вот это 5-летка. Ее мы нянчили 5 лет. Представьте себе. И вот сейчас она сухая. Да, мне очень жалко растения просто. Ну, пусть остается на совести человека, конечно же. А так вот такие возвраты бывают у нас. Итак, уважаемые друзья, вот мы поставили на ночь наш возврат. Вот сейчас распаковываем 3-летку. Можно видеть. Корневая ее. Ну, это все будет прикоп. Я не знаю, конечно. Осыпается она хорошо, видите, да? Выживет, не выживет. Это уже покажет весна. Сразу можно и показать, как класть в прикоп, так, чтобы она выжила. Так, ну, 3-летку мы разобрали. Можно сразу прикопать ее.
Сейчас пятилетку разберем. Пятилетку мы будем сюда. Вот она постояла в ведре у нас. Но она стояла сутки. Ком стал мягким, хорошим. Пятилетка вроде не сыпется, как трехлетка. Вроде нету так иголок. А более живучая. Ну, месяц, конечно же, все равно сказался на ней. В изогнутом положении. Ком, видите, как мы упаковывали, так он и есть. Сейчас будем разбирать ее. В принципе, тут. Вот она, пятилеточка. Укладываю в прикоп. Главное, подкоп корневая. Пять штучек. Можно между собой. Ну вот, и все. Теперь говорю, и это возврат. Это возврат. Шел ровно, гулял в транспортной компании месяц, чуть больше. И как бы все. Ну вот это вроде живое, а то нет. Опадает иголка у нее, ну вытюхаем. Нет, так жаль, конечно, будет.